отсылка была к решению Международного олимпийского комитета. Они лишают нас флагов. Принято решение мы быть в таком костюме и показать, что мы русские, мы едины, мы сильные. Люди все очень положительно, все удивились сначала, но потом сказали, что было очень классно, так символично, и все сказали, что хороший костюм был. Идея и вообще была в том, чтобы показать это, объединить, что мы русские, мы вместе. Вот, и надеюсь, что это очень сильно повлияет на это.